Привет, ребята! Сегодня будем готовить что-то типа греческого салата. Но вообще-то салат делала моя тетя, когда мы были у нее, и мне он понравился, я хотела показать его вам. Для салата нам нужен один помидор, наверное, пол огурца, но если не хватит, я еще возьму листья, зелень свежая. Надо еще просушить, кстати. Оливковое масло. Сегодня для приправы я беру хмель и сунели, потому что у меня другой, к сожалению, сегодня не оказалось. Я надеюсь, что можно ее все-таки добавлять. И вот сыр вот такой. Это фета. Но я знаю, что можно еще использовать моцарелла. Сейчас будем делать. Смотрите. Надеюсь, вам понравится. Жду ваших комментариев и лайков, конечно же. Для начала Начинаем. берем нашу, так сказать, зелень. Я не люблю обычную капусту, хотя тоже ее когда-то употребляла. Я люблю вот такую зелень, потому что мне кажется, она свежее, всегда приятнее. Можно ее, конечно же, вот таким образом резать. Я люблю рвать, кто кому удобно. На данный момент я сейчас порежу, да? Так. Все по-домашнему. Это лишнее мы выбросим. Так. Вот таким образом получается. На ее, конечно, надо, по-моему, просушить. Но у меня, наверное, не осталось салфеток. Сейчас посмотрю. Так. Немножечко ее просушиваем. Ой, ребята, какие ароматы! Какие ароматы! Боже мой! Так, все, бросаем в нашу кастрюльку. Салата сколько получится, я, честно, не знаю. Потому что я этот салат еще ни разу не делала. Какие ароматы. Берем теперь огурец. Отрезаем все лишнее, все ненужное. Я много отрезаю. Так, и нам нужно его поменьше. Я не люблю резать, конечно, огурец, но получится, что получится. Все же, что готовка, это, наверное, вот, мне больше нравится выпечка. Не зря же я повар-кондитер, между прочим. У меня есть где-то диплом, если я его в институт не отвезла, то я вам его покажу. Так, раз, два, три. Видите, как мы все быстренько, оп, сделали. Вот наши огурчики. Ну, получилось вот что-то вот такое. Хорошо это или плохо? Посмотрим. Вот здесь, вот видите, получился толстый. Мы его еще раз. Ароматы, свежесть вообще. Буйство красок. Сейчас я все сброшу, все вам покажу. Какое это красиво, как же хочется вернуть лето обратно. Так, и берем помидор. Ну, я не знаю, наверное, не весь пойдет, но сейчас посмотрим. Так. Его режем. Я не знаю, круглым я не люблю резать, поэтому я буду резать так, как я режу обычно. Так, как я привыкла это делать. Пробуем. Попытка номер 5. Видно, что не домашние, а что уже тепличные. Вот еще как раз. Ну, типа вот таких кубиков получится. Мелко сильно я резать не буду, поэтому сейчас я нарежу и вам покажу. Вот я уже буквально дорезаю наши помидорки. Получилось вот так миленько. Мне кажется, это хорошо. Кто любит мельче, режет мельче. Кто крупнее, любит крупнее. Поэтому сейчас мы вот это все забросим в наш такой ящик. Панда, боже, какие цвета, ребята. Почему лето не круглый год и почему... Ну, конечно, салат даже, что можно покупать один помидор. Ну, вот я даже половину помидора нарезала. Сейчас я вам покажу. Получилось вот такое. Видите, мне кажется, даже половины помидора будет достаточно. Кто готовит для большей компании, пожалуйста, готовьте для большей. Но, опять же, это дело вкуса. Тем более, этот салат на оливковом масле. Оливковое масло, честно говоря, специфическое. Поэтому подумайте. Может быть, замените подсолнечным маслом. Так, берем вот этот сыр фета. Мне он очень нравится, поэтому я использую его. Вам покажу, как я его нарезаю на кубики. Это очень нежный сыр, сливочный. Он, конечно, и дороже, чем все остальные сыры, но иногда себя побаловать можно. Так. Берем, допустим, вот эти два кубика. И чтобы у нас были красивые квадратики. Сыра такой, какой мне главный ингредиент? Кстати, сыра грамм 100, наверное. Вот получились вот такие кубики. Видите, он порезанные. Сейчас я порежу до конца.
Вот такие кубики. И покажу вам, что получится. Вот что у нас получилось. Салата. Смотрите, яркое буйство красок. Сейчас будем заправлять. Так. Чтобы вам было видно, оливковым маслом. Вот таким оливковым маслом. Тихо. Аппаратура. Можно сделать соус очень классный. Сметана, оливковое масло, лимонный сок. Ну, поскольку у меня этого нет, я заправлю просто оливковым маслом. Немножечко. Вот так. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Сейчас мы с вами перемешаем. Так. Прям будет... Ах, класс. Свежее. Утром, если... Ой, класс. Ну, сыр я не знаю, сколько в нем будет. Жирности, не жирности. Сыр можно, кстати, добавлять в конце, чтобы он не квас и все, да, все вместе. Так. Что касается хмели и сунели, я сейчас покажу, как я буду ее добавлять. Берем тарелку. Такая у нас тарелочка. Накладываем. Налаживаем, ложим, как хотите, салат. Сейчас это красивая презентация, не умею делать, боже, какой кошмар. Так. У меня где-то было кулинарное кольцо, но я не помню, куда я его делала. Сейчас мы немножечко его сделаем, приведем в порядок. Так. И все вместе с вами, ничего не скрывая. Так, сюда. Сейчас возьмем нашу хмели сунели. Сейчас это вам убираю. Убираю от вас. Так. Берем нашу салфеточку. Красивую. Презентационную, ребята. Берем хмели сунели и немножечко посыпаем. Чуть-чуть. У меня делает это так. Как делаете вы, это ваше... Ваше дело. Сейчас вот так чуть-чуть берем. Вот. Я читала, что можно и салаты посыпать хмели, то есть солить хмели сунели. Смотрите, как красиво получается. Я немножечко, кто захочет, все присолы. Смотрите, что у нас получается. Какая красота, какое буйство красок. Вообще, я обалдею от того, что я сделала. Да, это не профессионально, но... Мне нравится. Так что, кто хочет, готовит и кушает такие вкусные салаты в такую сегодня пасмурную погоду. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, и я вас всех буду очень-очень ждать. Пока-пока!